Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор балансира Spider Pro модель 26. Данный балансир, данная модель имеет длину 55 мм и вес 12 грамм. Приманка поставляется вот в такой вот упаковке. Как можно видеть, производитель указывает массу, длину приманки, ну вот длина 55 мм с учетом хвостика. Также указан цвет и номер модели. Ну вот, давайте посмотрим, точно ли производитель указал вес приманки. Взвесим данный балансир. Ну и фактическая масса его составляет чуть менее 11 грамм. Ну вот, напомню, что производитель указал вес 11 грамм, то есть имейте в виду, что фактически приманка на 1 грамм легче. Балансиры имеют достаточно вот такую вот классическую форму тела. Балансир в головной части имеет наклеенные глаза, которые добавляют приманке реалистичности. Установлены в передней и задней части одинарные крючки от фирмы Maruta. Крючки средней толщины, очень качественные, острые и немного отогнуты вверх. В нижней петле установлен вот такой вот тройник темного цвета. Тройничок небольшого размера, имеет светонакопительную такую вот капельку. То есть в темноте некоторое количество времени данная капелька будет светиться, ну и привлекать рыбу. Также для привлечения в капельку внедрен вот такой вот красный стразик. Приманка имеет пластиковый хвостик. Хвостик может быть как прозрачного, так и красного цвета. Как можно видеть, хвостик симметричный. Очень надежно приклеен к телу. Хвостик сделан из морозоустойкого пластика. Приманка выпускается как в натуральных, так и в различных кислотных расцветках. Всего 40 расцветок. Вот у меня данный балансир представлен в цвете 02. Анимировать данную приманку рекомендую махами средней амплитуды. Ну и во время этих махов приманка делает такие вот достаточно широкие дуги, ну и рисует восьмерку. Использовать данный балансир можно как на озерах, так и на участках рек с небыстрым течением. Благодаря своему небольшому размеру, напомню, длина 55 мм, приманка в первую очередь предназначена для ловли окуня, также может периодически попадаться и некрупная щука. Качество изготовления у приманки отличное. Иногда, может быть, из-за достаточно такого большого толстого слоя лака, может быть, немного залита вот эта верхняя петля, но это решается шилом буквально за 2 секунды. Качество, напомню, у приманки великолепное, уловистость также на уровне, поэтому советую обратить внимание на данный балансир. Приобрести его можно на fmagazin.ru, ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!